Уверенными шагами одиннадцатиклассники идут сдавать первые в этом году экзамены. Старт ЕГЭ дан, и пришло время проверить свои знания. Волнение есть, но волнение больше за то, что не знаешь, чего ждать, какой вариант попадется. И вот за это переживание. ЕГЭ по литературе сдают 33 ученика. Эти ребята перечитали сотни произведений, и почти у каждого есть свои любимые писатели. Это Лермонтов. 100% герой нашего времени, Цири, прекраснейшее произведение. Я очень надеюсь, что они попадутся мне на экзамене. Очень важно помнить абсолютно все, всю программу, поэтому не обойдешься тем же «Войной и миром». Важно помнить даже слово «Полку Игореве», «Капитанскую дочку» и так далее. А вот ЕГЭ по химии сдают 84 ученика. У тех, кто успешно преодолеет интеллектуальные испытания по этому предмету, появится шанс поступить в медицинский вуз. У меня мама в детстве, когда я была маленькая, смотрела «Доктор Хаус». И там был прекрасный врач. И у меня с детства была мечта стать врачом. Я хотела быть хирургом. Но ближе к 9 классу у меня мечта хирурга очень сильно отпала. И как-то с детства наставление, вот эта вот мечта подвигнула меня сдавать именно биологию и химию для поступления в медицинскую академию. Заняться экономикой и менеджментом смогут те, кто отлично сдаст географию. Такая возможность есть у 17 тобольских школьников. Названия стран и столицы они запоминали легко. Трудно запоминать всякие мелкие моменты, вроде ветра в определенном море, аномальный уровень солености. В этом году на ЕГЭ в аудиториях отменены зигзагообразная рассадка и 1,5 метра между учениками, а в остальном все как и прежде – масочный режим, термометрия и обработка рук. В процедуре проведения экзамена есть небольшие изменения. Раньше мы получали индивидуальные комплекты на специальных дисках. Сейчас мы получаем по сети интернет, сканируем и отправляем точно так же. В 2022 году ЕГЭ в Тобольске сдают почти 700 школьников. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев, Тобольское время.